Нерчинск, 10 ноября 2018 года, 2 часа дня, минус 10 градусов. Дождливое лето было, поэтому у нас все-то осень, что не характерно для нас. Сухо, светло, свежо, ясно. Красота. У нас баскетбольное отделение здесь уже развито, вон видите, даже здесь самодельное. Стоит кольцо баскетбольное на столбе. Ну, это я воду вожу. Сегодня суббота. В баню. Тоже здорово. Это на память. Снег только на сопках. После 18-го. После 22 октября. Почти сразу ветер растаял. Только на сопках остался. Покататься на коньках тут на речке, только с краю ровно, там неровно все замерзло. Ну ничего. Тихо, спокойно. Благодать, выходной день. Ух ты, Нива, как жужжит. Слышно двигатель по мосту.